Да ну нафиг. Подожди, я вообще... Откуда ты полетел? Ну пошли, пошли. Ну круто. Смотри, что завод делает. Живая. Шкуру дергайте. Или я сейчас вам... Нож для снятия шкур дай, пожалуйста. Кто? Сейчас я... Так. Войт, назад. Там жук. Какой? Сзади. Так, Асас. Роми строит на твоей балке. Я больше не буду по ним ходить. Я портанусь, короче, пойду нож для снятия шкур возьму. Вот, смотри, куда ты пошел? Нож для снятия шкур надо. Чё, я в оленя превратился. Когда долеть до первого босса, скажет, я подойду. А кто ливнул? Кто с нами пойдет такими, блин? Такими, ну. Сейчас я нож для снятия шкур возьму. Он понял, что я в сове. Хилить некому. Он-то не знает, что у меня есть пек. Я тоже шкуру там можешь резать, да? Теперь могу резать. Все, теперь мои шкуры. Я сейчас ливну, если ты будешь мои шкуры собирать. Давай. Я тебе их отдам, все равно мне не нужны. Заливай, заливай. Ману мне. Озарение там себе. Чем тебе мана это не надо? Ну кто-то рельнул, да? С ножом, блядь, для снятия пошел. Войт назад, там жучки лежат. Какие жучки? Какие жучки? Ой, я снимаю. В смысле, неудача. Назад! Назад! Слышь, неудачник, назад, там у тебя три шкуры. Где? Вон, смотри, раз, два и три, вон, три моба. Бред, ну вас нахер, короче. Я снимаю. Приполз, блядь. Так а тут нету этой шкуры. Ничего. Тут ничего. Там что пропало уже. Так там не было моба. Блин, с некоторых не лутается, вы заебались своими шкурами, блин. Ничего себе, кто там на мопеде ездит? Я тоже такой есть, соберите кто. С чем да вы вот, его? Вы вот сразу не можете лутать, просто идя и лутать, и все, нет, я вы бежите, я вот. Вот этот маг вечно хочет умереть, потому что он вечно хочет первую с кого-то сагрить. Что-то у меня раги нету, надо как-то больше мобов. О, мобов. Еще выпал арканит, ништяк. Арканический мех. Да без разницы, все поняли, ладно.
как, поскольку мы принимаем в этом участие, мы вправе рассчитывать на долю. Костя, за тебя пропадают червячки эти. Какие червячки? Ну, жуки эти, блин. Вот я вообще не успел срезать. И давай себя закинь только на этом боссе. Ткань, Рома, ткань сразу мне передавай всю. Всю ледяную ткань мне. Какую ткань-то? Ты чё до меня докопался? Я вижу, что добыча. Ледяная ткань. Напиши рост ему. Рост дайте. Дайте рост тут. Дайте им рост еще. Мне страшно. Хиль себя, ты просто целка будет срезать. Уже собачек первый, двойк или ром. Червь. Себя хиль, пофиг на всех. Я знаю, что я делаю. Быстрее. Все, я беру, наверное, такого. Какой шмот в округе, смотри. Ничего себе, ну, вот смотри, медведь на драконе, смотри! Ё-моё! Да, и дерево! Смотри, как я оседлал просто! Ё-моё! Ты просто смотри, какая дичь! Я хочу управлять красным. Это жесть. А ты смотри, ты тогда был с нами, когда я был на дереве еще и с парашютом? Я сейчас только что тоже с парашютом. Я сейчас уже сдохну, наверное. Ты сдохнешь-то, а? Я же теперь топ-друидом стал. Ну, а я фулл гринкин. Даже фулл гринкин не упал сейчас. Он не упал чисто потому, что я мобов забрал. Нет, потому что ты сказал, как теперь про вот эту вот полтора секундную каст. А то я хилил по три, а потому что он... Это вообще же... Если бы я знал, что ты нуб. Поэтому видишь, утверждение... Ты за контроль не хилишь лучше. Имело, бля, подоплю. Как оказалось. Вы друг хилил этой херней. Ну да. Он там на себя стакал все жизнецвет и всю эту фигню. Кожа? Ну да. Да-да-да. Да, я соберу сейчас. Ушли. Да не кожа это. Не бри. Это не кожа. Кальманул нас. Людей там. Хотел с людей кожу снять. Сейчас сдохну там, ё-моё. Нет, смотри, мне медведем намного круче. ДКшник он в толпу вообще никак. Вообще ни к чём мне. Чё, как стоять под ледяными этими? Нормально. Нормально, огонь. Надо, чтобы ХПС поднимался у тебя. А кто это говорит? Это что, голос суслятины, что ли? Какой суслятины? Суслятины, да? Микрофон. Ну-ка, ну-ка, еще что-то скажи. Кто я? Нет, это Игорян говорит. Суслятины, кроме надо без голоса. Тупо открывать микрофон. Видишь, у меня маны 15 тысяч. У меня вообще теперь держится. Ну так вот, а ты целительное юзал, это вообще жесть. Орхидея тоже начала говорить про целительное, я же тоже говорю, покровительство надо юзать. Я-то знаю, я друидом хилил. Я друидом все 4 спека играл. Единственные классы, за которых я не могу научить, это хант, шаман и маг. Маг. Он за мага фулл гринкин знает. Чё у коверки тянет заебать?
Один фигуркин говорит, блядь. Куда лететь? Фигурочка, сюда. Сюда это. Своди их все вместе, я тебя захилю. Уверен. Увидал. Даже не падал. Я научился хилить просто по-другому. Туша такая на драконе сидит, дракон чуть не падает. Медвежья туша. А ты смотри, как я... Ой, у меня ветки парятся. Видишь? Смотри, я тоже. Падаем. Хилить ты стал прям как боженька. Ну я научил. Все на красную платформу, все за мной. Со звездой. Пощады не будет. А кто отвалился? Какой-то луч видал? За тобой бегает. Опасность. Захиливайся. Да вижу я. Да, от луча уходить. Ты умеешь суицид тут делать? Нет. Давайте покажу, лечись. Ну, вот иди сюда. Не хочу суицид делать. Да я тебе покажу на себе, иди сюда. Да я моба тащу. Прилети на... Пошли бить. А чё за мобы летают? Ничего себе. Сопрот. Потом не улетает, я покажу что-то. Не хочу суицид делать. Да я тебе на себе покажу, что такое тор. Какой-то мамонт не всекает. Какой суицид? Я не хочу прыгать. Видал? Ой! Ой! Перепутал! Это чё за дичь была? Смотри, вышел. Да это парашют раскрылся не вовремя. Идите, резните меня, соберите. Могу так? Я сел на его дракона. Куда пошли? Здорово, Чейзер, мы в ППГ. Открыло. Лол. Слышь, Чейзер, а мы сегодня RS-10 оп убили, я, короче, вон в этом DC-видео, нажми, посмотри, как я пуляю Халеона. Вообще, ну что, вы будете меня резать или нет? Там кто-то полетел. Пока дождешься, вы как эти, как индейцы. Что там будет? Завтра целка 25 оп. Да мы убили уже на фулл сегодня. 25 оп? Нет. Целка 25 оп, это, короче... Сегодня скажет Медвей, будет он завтра или нет. Если он, вот видишь, он единственные осколки собирает, в остальных квестах нет. Понятно, короче, я понял.
А этот, а что мы с десяткой целка делать будем? Десятка тогда завтра в 3 часа. 3 часа, хорошо. И где все? Где ты? Где вы все? Они в Фулклинген, да они на той стороне полетели туда. Чё такие тормоза? Мы здесь уже троём, так что вы к нам летите. Так сказали, я там стою, жду. Видишь, надо гасить этого дурака. Ну и дал шар водяной меня защищает. Чем первый дан. Голову защищает, жопу не защищает. Ты так я не боюсь. У меня прожжённый медведь. Блядь. Главное морду защитить. Вы всё ещё сражаетесь. Всё ещё цепляетесь за свои ложные убеждения. О, дураки. А ты что, кого-то еще качаешь, Войд? Ну, где это? Медведь, Нага. А, медведь еще нет. Лимон, ты скажи вот, пожалуйста, мне, как тебе нравится, когда ты танкуешь, тебе нравится, когда всех подряд агрят? Все. Ну да, это неплохо. Хорошо, я учту тогда это все. Все, больше вопросов. Каст надо сбивать, но вы не сможете, наверное. Вот, потому что такая шляпа будет. Ладно, захиливай там. На фул захиливай, бомба. А ты спрятался в углу, как думаешь, удобно, нет мне? Чтобы уничтожить вас, я готов рискнуть! Сразу видно нубов, да? Мишки единственный минус, что он не сбивает косты. Да все он сбивает, он там есть такая фигня. Да мне не забиваю. Есть у него там стан. Ну, у него стан есть и сало, которое обездвиживает вместе с салом. Здорово. Здорово. Привет. Чеку. Это Бидвей, да? Угу. О. Рыцку уже положили, ждем ИВК. Этот, как его? Короче, не получится в субботу у меня. Угу. Ну и все, ну и пускай это на понедельник стоит. Я не знаю, если получится, в воскресенье вечером я зайду, может быть, в кару сходим. Угу. То есть это так. Еще а пока сегодня... не точно. Сегодня будешь куда-то? Я сегодня сейчас уйду. Угу. Я зашел, честно сказать. Сейчас зайду, еще 100 голдовый делик сделаю и оф. На уходить. Ладненько, давайте. Кто там на зеленом драконе летает под хиль? Так, это самое, первая берса я даю стан. Никто не давай. Я дал. Херач. А у кого еще бронзовый, кроме меня? У меня интерный. Ну, на второй берсу стан. Когда он вот этот... Нет, 17 хп. Как так? Так подхильте его. Сама мне хиль. Так ты убеги куда-нибудь, не сдыхай. Вот. Вот стан сейчас нужен. Мы так вайпнемся сейчас.
Ну это не дело, ребят. Она не будет использована против нас. Да мне кажется, падать надо сразу. Давай попробуем. Да там нечего пробовать. Видел это. Падайте, это шляпа какая-то. Дракон медведя два раза укусил и съел. Какая заносчивость! Какая чванливость! Стан вот этот бронзового дракона, он не дается просто так. Он дается вот когда он берсу на себя вешает. Что вы говорит? Делаете? Я тебе говорю, у тебя же бронза. Вставай, бери! Зачем? Ты просто в пустоту берут. Берут три бронзового дракона, один зеленый, один красный. Первые три стана, потом у него идет дикпост, потом опять три стана. Не надо никаких станов, станы даются в берсу, чтобы он не убивал быстро. А просто если бы зеленый хилил, бы все было нормально. Чего вы гоните-то? Какие, при чем здесь ваши станы, не станы? Вообще пятерьмя зелеными убивается спокойно. Зеленый должен стакать стаки на нем и хилить рейд, все. Где-то квест был, не могу сейчас найти его, сдать. Сейчас облечу тут все. Шаман не похилит вас этот. Вы будете наверх подниматься там, не? Роми, Лугиркин. Наверху я, вы что, не видели, что ли? Нет. Лугиркин где-то. Все, поехали. Даю остановку. Нахальные невежды, вы все в небесах питаете. Сейчас я вас заземлю. Троми, приостанови дамаг там, не знаю, тебе пол хп снесло. Ну вот я не знаю, кто его хилить будет, сейчас он сдохнет. Че, у него же там сирена играет. Ты слышал, Викайс? Вот смотри, вот ты дал стан, и ты его, блядь, дал просто в пустоту. Вот он сейчас невосприимчивость. Блядь, как вот. Я полный хп, будет. Иди к этому, к зеленому, он тебя прохилит. И остановись возле него и пиши хил, хил. Да у меня полный хп, мне похуй. Ага, полный, ты вон, пробит. Пробит, блядь? Ты пробит, дружище. Пробит. Thank you.
Мы сейчас себя не захилит и сдохнем. Вот, что за подстава? Кто-то сдохнет. Кто вообще в натуре? Он что, слез дракона и хилит? Ой, теперь вас не спасет. Летите, я вас прохилю, драконы. Блин, да чё в шарах там стоите, блин? Дети, давай. Да дракона прохилил. Кого? Тебя, да, хил, Лимон? Ооо, обосрались, короче. Ясно. Я тут вайпался с пугами. Ну, раз пять точно. И вот мы пока не вдуплили, чё как. Мы и драконов меняли. Я не знаю, вдуплять надо, люди не вдупляют. Шаман там тупой или кто-то, кто-то дохнет, короче. Какой кто-то дохнет? Просто зеленый должен лечить всех. Вот я к нему подлетаю, он лечит. Я улетаю, он уже другого не лечит. Говорю же, подлетите, кто подломанный. Это вы дуплите, блин. А он просто дуплит, потому что он не может подлететь к вам. Вон, я подбежал, Лимона прохилил чуть-чуть и все. А толку-то, у меня шары сложили. Соберите, садись на зеленого и хиль всех, блин, летай. Жесть. Любимый инст. Сначала я его не ненавидел, я потому что первого не мог отхилить. Ну вообще, сдыхайте быстрее, вы же не убьете его так, это же время тянет. Да я не знаю, что они делают. Кайтят его тут. Вот это кто на зеленом летает? Это шаман. Какая заносчивость! Какая чванливость! Вы заслуживаете кары! Он что, один летает? Каких четыре зеленых? Ты что, вообще дебил, что ли? Чем мы бить-то будем? Зеленый — это для хила созданный. Короче, он решил кайтить, когда все сдохли уже. Все, босс-то сегодня. Просто я же говорю, кто пробитый. Вон, Войт летал, я целый, пах, сложило. Говорю, пробитый, блин. По хп ты свое видишь, а не драконовское. Пойду другого дракона возьму. Да у тебя-то нормальный дракон, стопает который. Да, видать, лишнее. Мы вообще в 5 бронзовых днях пронесли, нормально. Да там в 5 любых драконов проносится. Просто надо знать способности дракона. Ой, бей, фулгринки. Чем могу быть полезен? До встречи. Не ману сжигают у меня. А чё, внизу, в полной жопе. Вот это закономерность. Как пойдёшь вот с этим танком, так на час целый ППГ.
Сразу же вообще, можно даже к бабке не ходить, ну. Медведь на дорогу. О, еще кого-то привел. Кто привел? Вы запарили. Летите сюда уже, кто там? Вот ты с шаманом, что вы там делаете? Ну, драконов бьют, смотри. Бля, пиду, короче, хералка ваша. Ну, смотри, я 2000 дал и все. Короче, я агрю. Куда ты агришь? Я на дракона не сел. Шкуру снимал. Два зеленых дракона, два красных, один желтый. Ну что, даю остановку? Остановку в Бирсу только давай, а то мы сдохнем. Бой дрявый уже. Подлетай, хиль. Заберите дрявый на 60%, хильте его. 30% ну, усоберите. Давай остановку. Усоберите 30%. У шамана 30, 45%. Во, во! Нифига, это кто меня начал? Меня похильте кто-то, ну. Алло, два зеленых. Да ты и так нормально. В смысле нормально, я сдохну. Соберите. Соберите 30%, 27%. Хильте 16%, упадет. Так это я вообще-то. Это соберите 16, у тебя 63. Сейчас все упадут, бах, все, фулл гринки слетел. Я что-то забаговался определенно. Сейчас шаман упадет. Не знаю, у меня хп меньше всех. Вот он, медведь хиль. Летает, подойди к Роме. Роме, у тебя отображает количество энергии драконов и персонажей в разных. Энергии у дракона войдет 9, то есть 9%. Я понял, у меня уклонение стоит, теперь хер вы меня захилите. Соберите, похиль меня, соберите, я сейчас умру. О, теперь хильте, уклонения нет, вот. Хорош. Соберите, хиль меня. Да? Все попало, я упал, короче. Все пропало. Ой, я же сказал, что упал. Вот соберите, ты глухой, блин. Меня сейчас изничтожат. Не, это не интересно, почему мы падаем тут? Вот я не понимаю. Тони, подлетите, я похилю кого надо. А, о, Войт упал. Давай я так его потанчу. О, ничего себе. Короче, смотри, давай сейчас резко. Возьмите все 4 янтарных дракона, берем, одного зеленого. Берем янтарных, даже там зеленый не надо. Вы, бля, берете 2 зеленых и не прохиливаете пати. Нас вы заберете. Да это соберите какой-то, я говорю ему хили, он не хилит. Вообще офнус. Падайте быстрее, то он будет это. Летать. Мне, короче, сейчас уже уходить надо будет. Ох, блядь. Быстрее, быстрее, желтых берем сейчас. Кто ты будет? Почему-то в РФ на кукан садишься, а здесь не сядешь. Сядь уже на кукан, а? Какой кукан? Давайте. Кто-то ливнул, что ли? Обидно, ну, ушел. Да. А че вышел? Гонник. Ну и в смысле, чё, всё? Так не пойдет, это вообще неправильно. Добираю в ЛФГ. О, эти дурочки сейчас тоже.
Я, короче, беру желтого и буду по КД станет его. Нет, мы сейчас, мы сейчас втроем в диси в очереди. Не надо, вот. Ну мы в одно время дадим стан и все, и сдохнем опять. Вот, берите все первого дракона, этого оранжевого. И все идите сюда ко мне. День добрый. Не на ту будку летишь, лети сюда. Тупые ливни. Да не нравится строение, все, вот пятый, все, поехали, сейчас прилетим, все, ждем, давайте быстрее, уйти надо уже, блин. Вот мы втроем, остальные где? Ну, ты кого там взял? Рыжего тоже. Ждем этих тупней, они сейчас будут говорить, а где мобы? Че, кто напиши им. Напиши им, короче. Сначала дает full green, потом дает медведь, потом дает дерево. Пиши им в этом в группе, что берите быстрее любых драконов и полетели. Ты, медведь, ты играешь через третью, мы все через первую играем, понял, медведь? Ага. Чтоб по КД на ней постоянно этот луч твой был вот этот вот вьющий такой. Так, первый стан фулл Гирдин, да? Да, сначала он, потом ты, потом я. Кто прилетел? О, еще один прилетел такой же. Все, поехали, нас четверо хватит, уже четыре стана есть. Не хочет он тупой, если поехали. Давай. Я все разговаривал, что так надо. Да я тоже в 5 убивал. Зачем 2? Кто ангоит, играй через луч. Ты бей ее, рот. Что там, бабла? Вот, а теперь КД. Сколько у тебя КД? Ну, сейчас секунд 20. Смотри, я летаю, качу. Главное, в сдвиг не попасть. Ты сейчас не давай, смотри, пережди. Нет, я после дам. Только он выйдет со сдвигу, вот, я вот дам. Смотри, сейчас он берсу не кинул на себя. Вот, вот. Сдвиг, во, хорош. После сдвига я даю первый. Потом мне откатится как раз. От шаров летим, не берем шары. Хилов нету. Ледяные шары нормально. Медведь такой парит просто. Ну, потом я. Детеныш, дракон надо убивать. Да они там бьют под всего по 2000, ничего страшного, тут уже почти убили. Вот это другое дело. Это все. Три дракона достаточно бронзовых. Обычно берут три бронзовых, два красных. Чтобы быстрее следовать. За сколько? За три стана плюс кайт. Прекрасно все убил. Два сдвига. Даже зеленый не нужен. Празднуйте свой мелкий
наши союзники-драконы победили в этой битве. Сундук лутайте. О, посох, посох, если что, нити все. Это вообще мой только. Оказался что-то. Так, сумка. Ну, хорош. Возьмите, у меня сейчас посох вообще просто все прибавил. Ага. Посмотреть, 200-я пушка. Ну да, дух. Техни скорости. Те, что надо. Сколько тут теперь-то? Так, ладно, давайте, я сейчас отойду, там уже во сколько сейчас скоро РТ будет, позже.